приглашаем всех желающих, у кого есть свои шерпы. А все остальные вездеходы бортоповоротные, шерпоподобные. А куда мы приглашаем? Записываться, а потом в кружок. Всем привет в этот морозный день. Всем привет от Шерп-клуб. Да. Решили мы, подумали мы тут, а почему бы нам не устроить гонки на шерпах? Все же гоняются не на всем подряд, а на шерпах никто не гоняется. И приехали мы, как всегда, в Вильяминово для того, чтобы, так сказать, проверить теоретическую возможность практической. Можно, ну да, это... совсем это грустно или прикольно. Да, или хотя бы немножко прикольно. И решили тут немножко покататься по имеющимся очень хорошим трассам. Вот, и нам сказали лед не ломать. Но, может быть, получится сломать. И заодно мы покажем, как вы помните, в прошлый раз мы как-то не смогли снять, как шерп вылазит на лед, а если получится нам здесь где-нибудь с краю тихонечко лед проломить, то, надеюсь, и получится показать, как шерп вылазит, выходит. Ну и помимо наших всех замечательных креативов, мы провели 2,5-часовое обучение нашего нового друга и клиента. Человек остался доволен, собственно, что подтверждает совершенно сакраментальный практически смысл поговорки «век живи, век учись», потому что даже самые продвинутые пользователи интернета за рычагами теряются. Не всему можно научиться в интернете. Практически, но нужен хороший симулятор. Ну ладно, мы сейчас начнем снимать и собственно смотрите. Снимать и одевать. Так, тем более вот товарищ на красной машине уехал. Или приехал. Или приехал, да. Есть, мы его проломили. Смогли, редкая удача. Так, друзья, шерп вылезает. Да. Вот так, друзья, шерп вылезает изо льда. На лед. Из промоины, пробоины, проруби и так далее. Просили нас не ломать лед.
он сломался. Говорят, Шерп Макс не выходит на лед. Но не знаю. Если это называется не выходит, так трещит подо мной, прям под ногами.
контент. Шерп на ледовой трассе. Ну а почему бы и нет? Конечно, он для этого не предназначен. Ну а куда сейчас зимой на нем ездить? Болото замерзшее, грязи нет. Почему бы не погонять? Тем более он так иногда красиво проходит в боковом заносе, дает угла. Короче, парни, идея огонь. Да. Нам даже самим понравилось, что редко бывает. Уезжать не хочется. Да. А уже темнеет. Как бы это ни звучало диковато, гонки на шерпе по пересеченной местности или любительские покатушки в формате соревнования возможны. Мы опробовали трассу пересеченки и немножко даже, не побоюсь этого слова, позанимались дрифтом на шерпе. Вы это видели? Дорогие друзья, кто это смотрит, не надо приезжать сейчас в Вельяминово и расхерачивать эту трассу, потому что, несмотря на сильные морозы, лед еще не держит, ломается. И вот тут вода. Да, и это видно. Вот. И те ребята, которые здесь тренируются на мотоциклах и на машинах, будут не очень довольны, если здесь все это будет изломано, изгажено. И, к сожалению, лед восстановить гораздо сложнее, чем трассу. Сюда нельзя выкатить трактор и все выгладить, потому что он утонет, как бы это по-дурацки не звучало. Поэтому ровный лед, дефицит. Давайте подождем хотя бы до следующей недели. Все еще получше промерзнет, тем более крещенские морозы. Опять же, всех с крещением, получился практически рэпчик. И тут можно перейти к батлу. В общем, всех ждем на обучение и будем вынашивать мысль соревнований. Мы приглашаем всех желающих, у кого есть свои шерпы, тайфуны, северы. И как это все называется, хозяйство, которое производится? Все остальное, все остальные вездеходы, бортоповоротные, шерпоподобные. А куда мы приглашаем? Записываться, а потом... Кружок. Записываться, а потом мы организуем соревнования, заезды здесь по льду. Почему нет? Весной. Нет, мы же можем гуманно поступить, не мастер давать, а по одному. Конечно. На время? Да. 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 Чтобы не биться там этими бортами, головами и так далее. В таком режиме дружеского трофи. Да. Можно прописать здесь трассу, опять же... вот это вот поездки по рельефу, но мы не будем тут в эти вертикальные подъемы, конечно, пытаться заехать и убиться. Но это хорошая школа для самоуверенных, а еще лучшая школа для тех, кто в себе еще пока не слишком самоуверен, но может подучиться. Но опять же, это поможет сплотиться владельцам различных вездеходов. Да. А то сейчас сплошные эти терки в интернете идут. Какой лучше, какой, у кого длиннее там и так далее. Да. У кого он есть. У кого он есть вообще, да. И зачем столько денег за него платить. В общем, слезаем с диваном, благо кончились праздники. И готовимся к батлу. У кого есть во дворе пруд, срочно выезжайте, начинайте крутить пятаки. Давать угла. Да. До новых встреч. Всем пока. Пока.